они уже в квартире спрятались, побежали в подвал. В подвале спрятались, и точно. Эффект, что мы спрятались там. Так трясло, из дома. Возле садика, там садик у нас рядом. Тем же магазин, лайк был. Там стояли минометы, пушки их. Они били по дому. Потом позавчера танк ездил. Прямой наводкой стрелял по домам. Прямой наводкой бил. У нас ночью были обстреливали нас именно наши защитники, как говорится. Потому что танки украинские ездили, обстреливали мирных жителей, и снайпера тоже их обстреливали. Мы подвергаем дорогу, возле нас очень много трупов, сгоревшие танки, машины, дома все вокруг горят. Ну, жутко, это страшная картина, на самом деле. Хлеба у нас нет, ни воды, ни электричества, ни тепла, ничего. Все кашляем. У нас плохо все, никакой помощи нет, ни от кого. Месяц. Ни хлеба, ни воды. По воду мы бегаем под пулями. Лекарств нету, людей хоронят тут во дворе. Вот у нас похороненные, на той стороне похороненные. Мы хотели выехать из зоны боевых действий. Хотели куда-нибудь уехать подальше. Вот, начали выезжать колонны из двух машин. Первые две машины нашу и еще другую. Просто без предупреждения на гостинице застать, расстрелять снайперы. Показательные попали в ночь, две на них расстрелили мать. И моему младшему ребенку еще расстрелили тоже ногу. Показательные.